Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, друзья, всем привет, и наконец-то нам покажут в скором времени HTC Desire 10. Он будет выпущен в трех модификациях. Месяц назад инсайдер Evan Blass раскрыл планы тайваньской компании HTC по выпуску нового смартфона Desire 10, который должен быть представлен в третьем квартале этого года. Теперь же Evan рассказал, что во второй половине сентября HTC анонсирует Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle. Вероятно, что корпорация покажет три отдельных смартфона. Обычный Desire 10, улучшенный Desire 10 Pro и более доступный Desire 10 Lifestyle относительно обычной и Pro-версии пока ничего не известно. А вот в отношении Desire 10 Lifestyle инсайдер поделился подробной информацией о внешнем виде и технических характеристиках. Аппарат получит 5,5-дюймовый HD-дисплей и корпус с металлической золотой отделкой по краям и вокруг ключевых элементов, таких как объектив камеры, вспышка и вырезы под антенны. Смартфон получит 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти или 3 ГБ оперативной и 32 встроенной памяти, а также 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру, способные записывать видео Full HD. В Desire 10 Lifestyle и Desire 10 Pro будут установлены фирменные динамики Boom Sound. Кроме этого, оба аппарата будут иметь матовое однотоновое покрытие. Вполне возможно, что HTC покажет новые смартфоны на выставке IFA 2016 в этом году. Однако уже все это будет дело, так что будем ждать. Что же нам такого интересного покажете? Хочется уже вживую посмотреть на эти аппаратики. Всем спасибо, пока!